причеживают. Как причесывают английского аристократа. Он возмущается. А надо причесываться английским аристократом. Он не хочет. Давай. Ну, давай, нам пузо надо почесать. Ну. Куда пошел? Нужно было пойти на сторону с бычьей кровью. Вы говорили, что иди сюда. Иди сюда. Английский аристократ. Да, потому что ты любишь такую еду. Наслаждайся. Я не для этого привела вас сюда. Терпим. Я хотела поговорить с вами. Простите за сегодняшний. Так, почешем. Я младше, но иногда капризничает. Попу тоже английскому аристократу надо причесать. Я пошла против того, кто на сотни лет старше меня. Наверное, это было оскорбительно. Иди ложись сюда. Иди ложись, будем пузо чесать. Иди ложись. Иди, аристократ. Кстати, да. Я уже говорил это, но я не могу мыслить как человек. Я просто копирую то, что видел за долгую жизнь. Что, прибалдели? Прибалдели, что ли? Прибалдели, что ли? Поэтому я могу быть не так хорош. Ну-ка, покажи физиономию. Я в отношениях тоже. Прости, что не понял. Ну, под шерсток-то надо вычесать. Да вот это чье? А? Английского аристократа. Чье мы тут начесали? Чье? Почему ты извиняешься? Дай лапу. Ну, я подумала, что высказалась небрежно. Дай лапу. Дай лапу, будем причесываться. Это тоже человеческие мысли о том, чтобы ты дому всегда одиноко. Но я скорее считаю неудобным находиться вместе с другими. Находиться рядом со мной вам тоже некомфортно? Же меня мучают, чего меня мучают? Причесывают, ногти подстригают, хвостик причесывают. Если бы мучили бы, вы бы уже сбежали, а так вот терпим, кусаемся, но терпим. Господи! Пузо-то надо вычесать, пузо надо вычесать, вычесать пузо-то, пузю вычесать. Все? Все-то, иди сюда. Мы с той стороны еще пузо не почесали. Или дед Михов? Старейшина подойдет. Пойдемте домой, старейшина. Тья, иди сюда. Английский аристократ, быстро на прическу. Старейшина, давайте попробуем. Лежите, это день. Если будем так повторять. В итоге это хороший день. Давайте пройдем через это. Мотя, иди сюда. Подходи.